Новое видео выходит каждый день в 20:00. Вы знаете, ко мне вот часто обращаются люди. Люди вот, я не знаю, разного масштаба, разного калибра. Но все они обращаются, я не знаю, с одной и той же проблемой, с одним и тем же вопросом. Говорят, слушай, я выпускаю ролики, а у меня вот, ну, не идут просмотры, подписчики. Вообще, что с этим можно сделать? Как, там, я не знаю, ты набрал свои там 700-800 подписчиков. Я не знаю, когда вы это смотрите, но так или иначе. И я всегда прошу ссылку на канал, там они мне отправляют, я захожу, смотрю, у них там подписчиков 100-200, у кого-то там может быть 500 подписчиков, да, и я смотрю просто на то, вот как часто они выпускают ролики, и просто вот я ужасаюсь над той картиной вообще, которую я вижу, там один ролик в неделю, два ролика в неделю, я думаю, пиздец, ребят, ну в самом деле, я вот не понимаю, и люди вот начинают жаловаться, ой, меня не смотрят, ой, меня топит YouTube, ой, там еще что-то, блять, меня это категорически бесит. Я ненавижу этих людей. Это настолько, блять, невозможно, что просто, блять, пиздец. Я не понимаю, сука, ну это же, блядь, гениально. Выпускать там по одному ролику в неделю, по два ролика в неделю и жаловаться, что тебя, блядь, не смотрят. Да тебя, блядь, YouTube в своих алгоритмах топит, тупое ебланище, тупое, блядь, животное. Дело в том, что на YouTube, тем более, когда у тебя новый канал, ролики нужно выпускать каждый день. Желательно, если даже несколько роликов в день, да. YouTube отнимает большое количество времени, большое количество сил, большое количество каких-то, я там не знаю, нервных клеток, когда ты старался на роликом выпускаешь его, он набирает там, я не знаю, 100, там 150, 200 просмотров, ты такой типа, блять, нет, все бросаю, это дерьмо, ты, блять, ебаная бездарность, ты ебаное ничтожество, потому что, блять, только ебаная бездарность и только блять, ничтожество не сможет выпускать ролики, блять, каждый день, либо ты дико ленивый уебан, либо, блять, ты бездарное ничтожество, потому что, блять, выпускать ролики каждый день, в этом нету ничего сложного, абсолютно нет, ты придумал несколько форматов, придумал несколько там шоу на своем канале, сериалов, блять, я не знаю, ситкомов, чего угодно, блять, и просто их выпускаешь по КД каждый день, понимаете? И вот тогда, когда ты выпускаешь, там, я не знаю, по несколько роликов в день, или хотя бы по одному ролику в день, на протяжении там большого количества времени, года, два, три года, и у тебя нихуя не получается, тебя никто не смотрит, вот тогда да. Вот тогда, блять, стоит жаловаться. Вот тогда вообще, блять, я не знаю, нужно взвыть к богам, сказать, блять, я ебаная бездарность, что со мной не так, меня, блять, YouTube не любит или что, я не понял. Просто понимаешь, таких как ты, которые выпускают там ролики раз в неделю, их дохуя. Ты, блядь, не какой-то особенный, у тебя нет какой-то особой подачи, особой харизмы. Ты, блядь, просто вот так вот сел. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет FPS-обзорка. Ну, в общем, ссылочка будет в описании, сет-квест и так далее. И все. В тебе нету ничего, абсолютно. Ты пережиток того, что уже есть, понимаешь? Ты либо пережиток Хьюго Ромеро, либо какого-нибудь, блядь, Барона Гейм Корона со своими ебаными летсплеями. Не более того, ты не представляешь нового контента. И поэтому все, что ты можешь делать, это выпускать ролики каждый день до того момента, пока не найдешь свой уникальный формат, в котором ты будешь преуспевать лучше других. Не бывает такого, блять, что человек, он просто во всем ебаная бездарность, за исключением некоторых GTA сам ютуберов. Однако, ладно, если вот отбросить все шутки, то просто, блять, ну не бывает такого, чтобы человек был ебаной бездарностью абсолютно во всех делах, в которые бы он, блять, залез. Тем более в съемке сампа. Это же абсолютно бездарная хуйня. Не нужно быть абсолютно никем, не выдающимся критиком, не выдающимся оратором, не выдающимся, я там не знаю, диктором для того, чтобы чего-то добиться в сампе, потому что в сампе любят всяких уебанов, умеющих только вот кривляться и наподобие того. То есть, я абсолютно не понимаю вас. Ну, в самом деле, блять. То есть, пиздец, я выпускаю ролики каждый день, я вам сейчас открою одну страшную тайну. До того, как на меня начали стабильно подписываться хотя бы по одному человеку в день, я выпустил 30-40 роликов, и на них было там по 40, по 50 просмотров. При этом это были люди с моего уже основного канала. То есть у меня уже была какая-то аудитория, я дико благодарен Ангелу Касаду, человеку, который прям вот часто делал репосты моих роликов, вот какие-то перепосты и так далее. То есть потому что реально, вот Ангел Касаду вот дал реально толчок вот этому вот каналу, на котором вы сейчас смотрите эти ролики. И просто, блять, вот жаловаться, вот, блять, ну жаловаться, конечно, может абсолютно любой, блять, безмозглый еблан, что, блять, все так несправедливо, жизнь, блять, несправедлива. Блять, как ты думал, нахуй? Как ты думал? Ничего не бывает от того, что вот ты просто, блять, родился и ты сразу, блять, все умеешь.
понимаешь? Нет, сука, нужно постоянно совершенствоваться, нужно выпустить 1000 роликов, и на 1001 у тебя что-то да получится. Тебя начнет смотреть стабильно 1000 человек на 1001 ролик. Вполне возможно, если ты не забьешь, если ты не станешь ебаным дауном. Поэтому, блять, хватит ныть, хватит какой-то полнейший хуй. Я не бизнес-тренер, я не буду тебе, блять, лизать жопу за, там, я не знаю, $500 в час и говорить, что, ой, блять, нужна мотивация, нужно вставать в 5 утра. Да нихуя, блять, не нужно, тебе нужно просто ебашить, блять. Тебе нужно, если ты не совсем бездарен, если ты не совсем ничтожен, то рано или поздно тебя заметят, тебя будут постить и так далее. Наглядно я вот, то есть могу сказать, если я вижу каких-то там креаторов, которые делают неплохо, я за бесплатно могу с вами, блять, коллабы сделать, смогу озвучить абсолютно любого персонажа в любом вашем ролике. Потому что я только рад помогать, я только рад, если меня куда-то зовут, если мне предлагают какие-то, я не знаю, проекты сделать и так далее. Это только, блять, я за. Я, то есть, вообще за, мне вот в кайф что-то сделать, что-то озвучить, что-то, ну, конечно, не смонтировать, смонтировать это такое, ну, меньше, ну, так или иначе, да. То есть, я прям не знаю, ну, что, блядь, ну, вот что с вами, сука, блядь, не так, я не понимаю. Просто, блядь, я тебе расскажу, что ты делаешь. Ты вот сейчас прекращаешь смотреть данный ролик, просто открываешь там Adobe Audition, либо Audacity, Audacity, кстати, для конченых даунов, и начинаешь что-то, блядь, записывать, что-то снимать, что-то делать. Если ты не хочешь делать что-то на Ютубе, блядь, ты просто, там, я не знаю, хочешь рисовать, хочешь петь, ты, блядь, встаешь и начинаешь петь, или ты садишься и начинаешь рисовать. Без разницы вообще, абсолютно похуй. Но если ты будешь ныть, блядь, просто пошел нахуй. Я ненавижу людей, блядь, которые ноют. Ноющие люди — это самое, блядь, хуевое, что вообще может, блядь, быть. Empire вот этим вот очень заразен, он постоянно ноет, что у него очень мало там просмотров, очень мало его смотрит и так далее, при том, что у него там один ролик, блядь, 3 миллиона просмотров, или там не 3 миллиона, ладно, 1 миллион там точно есть, блядь, для меня мечта, чтобы мой ролик набрал 1 000 000 просмотров. Как мне кажется, вот 1 000 000 просмотров у тебя ролик набрал, все, ты сделал максимальный вклад для Ютуба, все, но это не значит, что ты должен переставать делать ролики, нет, просто ты добился максимальной вот отметки того вот, вот просто 1 000 000 просмотров. Разумеется, да, ты можешь делать какую-то хуйню, у тебя наберется 1 000 000 просмотров, но вот как же охуительно, когда ты там высказывал свое мнение, там говорил правду, а у тебя набрался 1 000 000 просмотров. Это самое охуительное, что может только быть. За тобой люди пошли. Ты сказал что-то охуительно классно, за тобой пошли люди и начали прислушиваться к твоей идеологии. Это охуительно, это классно, блять. Но, сука, ныть — просто завязывайте, блять, в самом деле. Блять, нытики ебаные, это самое хуёвое, блять, что может быть. Я вам говорю, до твоей популярности пройдет 1 секунда, понимаешь? То есть ты станешь популярным за секунду. Но вот до этой, блять, секунды, до этой секунды, блять, ты будешь очень долго работать. Разумеется, есть много людей, которые вот сделали какой-то один рандомный ролик и набрали там вот этот вот 1 000 000 просмотров. И вот стали сразу популярными, да. Но таких людей ты, блять, знаешь много, лично я такого не знаю. Знаю, блять, ни одного. Ну, возможно, знаю какие-то единичные случаи и так далее, но они потом впоследствии все скатывались, потому что они не знают цену вот этой вот популярности, которая на них свалилась. А вот когда ты каждый день что-то делаешь, когда ты каждый день совершенствуешься, когда ты каждый день хочешь удивить своего зрителя и так далее, вот это охуительно, вот это классно, блять. И поэтому я вам могу сказать, чтобы, блять, вы вот просто что-то делали. Это, конечно, не мотивация, блять, потому что, блять, мотивировать, я считаю, нужно быть каким-нибудь там невъебенно охуенным челом, который что-то добился для того, чтобы мотивировать, блять. Однако, я просто бомблю. Это никакая не мотивация, просто поливаю вас грязью, ебаные дебилы, которые, блять, просто вот сидят такие: меня не смотрят, YouTube там у меня монетизацию выключил, у меня поэтому просмотров стало меньше. Мэ-мэ-мэ, блять, ну что это такое, нахуй? Что это, блять, такое? Я не понимаю. Пиздец, это такой пиздец. Чуваки, в самом деле, блять, заканчивайте с этой хуйней. Это невозможно слушать, это невозможно смотреть вот эти вот ваши нытье постоянное, блять, в том, YouTube что-то, блять, не продвигает. Вот раньше было заебись, а сейчас вообще все хуево. Меня просто гнетет, блять, когда мне написывают люди, сука, и пишут вот каждый день, сука, ну, возможно, не каждый день, а каждый вот из данных людей пишет одно и то же, сука, одно и то же, блять, мне пишет, настрачивает эту вот хуйню свою, блять, как будто бы я, блять, гений вот этих вот алгоритмов YouTube, и я, блять, смогу вас продать. Да пошел ты нахуй, еблан. Хочешь — делай ролики, снимай, развивайся. Не хочешь — пошел нахуй, блять. Просто пошел нахуй, ты не достоин ничего абсолютно. То есть я рад выпустить 1000 роликов просто, блять, без всего, без просмотров, без монетизации, без чего-то. И то, что, блять, меня сейчас уже смотрит около 1000 человек, конечно, не смотрят, просто подписаны, это охуительно. Я, блять, респектую вам всем, спасибо вам большое. Разумеется, да, не все подписчики смотрят и так далее, но похуй, то, что я смог вокруг себя собрать вот эту вот
аудитория, это уже охуительно. Притом, блять, какой я токсичный, какие токсичные люди, блять, подписаны на меня. Мы, ебать, токсичный уклад един. И все наши члены, они проникают в мамку вот всех GTA-сам-ютуберов, да так, что мы, блять, становимся едины. Именно поэтому, блять, токсичный уклад един. Стаса, и как просто, 1941 год до нашей эры. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Делайте что-нибудь. Всем пока.